В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал с записью нарушения правил дорожного движения. Водитель Toyota Land Cruiser перевозил двоих пассажиров на крыше автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции установили личность правонарушителя. Им оказался 23-летний житель Хасанского района. В этом году приморца трижды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за неправильную перевозку пассажиров. Правонарушителя вновь привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса. Ему предстоит выплатить штраф. Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию, которая позволила сделать правонарушение достоянием общественности и привлечь к ответственности нарушителя правил дорожного движения. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов и видеохостингов. Такой мониторинг позволяет выявлять блогеров, которые размещают в сети интернет контент с фактами демонстративного и грубого нарушения правил дорожного движения, таких как проведение незаконных уличных гонок, превышение установленной скорости движения, совершение опасных маневров и несоблюдение правил перевозки пассажиров. По всем нарушениям полиция незамедлительно проводит проверки, а виновных привлекает к установленной российским законодательством ответственности.